У нас в гостях Павел Санаев. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы это кино, мягко говоря, не полюбили. Да. Почему? Ну, там несколько причин есть. Там так получилось, что, скажем так, компания... Там был другой сценарий изначально, собственно, который я писал. Вот. И, знаете, есть два способа подхода к реализации сценария. Значит, первый подход – это вот есть написанная история, и находятся ресурсы на то, чтобы реализовать эту историю. А если, как говорят, нет денег, не надо строиться. А есть другой подход. Да, вот у нас есть столько, сколько есть, давайте мы возьмем сценарий и снимем его за столько, сколько у нас есть. Ну вот, грубо говоря, возьмем сценарий «Терминатора» и снимем его за 100 тысяч долларов. Ну, как получилось, так получилось. Я, то конечно, есть, вот сейчас... это получилось «Терминатор» за 100 тысяч долларов? Я сейчас утрирую, но... Понимаете, сначала по форме фильма, да, там была история написана не настолько камерная, потому что я прекрасно понимаю, что повесть все-таки очень, ну, повторюсь, камерная, да, то есть это практически действие происходит в основном в квартире, ну, еще... В одной комнате буквально, да. Не, я сейчас говорю про саму книгу. Ага. Я в сценарии хотел от этого уйти и сделал там, чтобы это была более визуальная история, например, привязал все к 80-му году, то есть там фоном шла Олимпиада, там были какие-то там такие, ну, не экшен, конечно, но какие-то такие напряженные киношные сцены, когда там ребенок, этот мальчик залезает на дерево, там он, значит, застрял, и с пожарной машины мама приезжает его снимать, значит, с этим художником, который как раз подвыпивший, и он лезет подвыпивший с дерева его снимать. В это время появляется бабушка с дедушкой и видит, что этот проклятый карлик пьяный с дерева снимает этого ребенка. Значит, ну, тут там много было вещей. И, значит, самый первый момент, что у компании не было, не оказалось средств на все вот это, и поэтому... Дальше мы с ними разошлись, они позвали режиссера, который просто написал полностью заново другой сценарий, вот ужав его до, что называется, того, что есть. Ну, а вы как автор не имели права сказать свое веское слово? Нет, там так получилось, там так были заключены бумаги, я тогда еще не был достаточно опытом, не обладал, там так получилось, что... По бумагам, в общем, мне пришлось сказать: все, извините, делайте, что хотите, до свидания. Поэтому дальше, это вот первый момент. А дальше второй момент, что даже имея ограниченные ресурсы, все равно можно сохранять дух истории. Да? Например, из фильма совершенно полностью ушел юмор, потому что книжка-то довольно смешная, и при всем своем драматизме оставляет впечатление светлое. Да? А фильм снят в такой питерских традициях, такого черно-мрачного, тяжелого кино. Петербург Достоевского. Да, понимаете, здесь получилась местами такая опасная ситуация, что многие люди, кто видели фильм, они потом отказываются читать книгу, потому что говорят: ну, я смотрел, это какая-то чернуха, что я буду читать, там все такое мрачное, зачем? Друзья, вам потом... сам автор заявляет, книга лучше. Книга просто смешная, в первую очередь, вот. И люди говорят, другие: да нет, да там смешно, да ты перечитай, там совсем все по-другому. Вот. И это вот первый момент, да, что такой мрачный дух произведения. Ну и самое главное, что полностью отсутствует финал, который в книге, да, потому что если в книге вот этот финальный монолог бабушки показывает, что у нее действительно забрали воздух этого ребенка, да, ее кислород, и поэтому она умирает, то в фильме это все исчезло, и просто бабушка там бегала вокруг стола, ее хватил удар, и, в общем, все. Да. Поэтому я и, собственно... Я тоже не очень признаю. Павел, я поделюсь, потому что я была в таком восторге от этой книги. Я так ждала, и когда я узнала спустя несколько лет, что будет фильм, я так его ждала. Действительно, книга, вот все правильно говорит автор, производит светлое впечатление, и я не смогла смотреть этот фильм. Я включила, и потом подумала: нет, это ужасно. Ну, вот, да. Как вам кажется, Павел, может быть, тут проблема как раз-таки в том, что есть произведения, которые, ну, просто априори сложно экранизировать? Да нет, не сложно. Знаете, как... Это все равно, что, знаете, плотник, там, столяр вырезает буратино, понимаете, из полена, а ему, и у него просто руки вот кривые, извините, и он вырезает кривого буратино, и он же не будет говорить: ну, понимаете, не из каждого полена можно выстрелить буратино, понимаете. Смотрите, вы написали «Похороните меня за плинтусом» 20 лет назад. Фильм был снят в каком? В 2007, по-моему, году, да? И, тем не менее, мы по сей день продолжаем говорить, в первую очередь, именно об этом произведении. Это потому, что сейчас мы о нем говорим по очень простой причине, что книжка вышла в Эстонии. Вышла она
в Эстонии в этом году на эстонском языке. Если бы она вышла в Эстонии в 2008 году, то мы бы говорили об этом в 2008. Но тем не менее, вот... если бы она вышла в 2050, мы бы говорили об этом в 50-м. Поэтому здесь это вопрос просто своевременности перевода. То есть у вас нет такого, что вот это главное произведение, ну не то, что главное, вот, скажем так, произведение, благодаря которому вы стали, наверное, известны широким массам, нет такого, что этот шлейф за вами идет и вспоминают исключительно про это, и как-то в тени остаются все остальные работы? Значит, если мы говорим про книги, то все-таки в России другая ситуация. Там вышла «Хроники раздолбая», при том, что это первая часть книги. Там она книга из двух частей, поскольку она большая, и вот вышла первая часть. И сейчас мне очень приятно, что там люди как раз ждут вторую. И вот у меня, знаете, там Инстаграм мой, например, каждый почти пост и там вопросы. А когда вторая часть будет? А когда вторая часть будет? И по ряду причин, конечно, я с этим затянул немножко, и ее до сих пор она вот в работе. Но в этом есть свой плюс, потому что за это время, знаете, многое в мире изменилось, и по-другому стало мной лично восприниматься и пониматься, и поэтому смысловые акценты в книжке будут расставлены несколько иначе, чем они были бы расставлены, если бы я ее писала там 2 года назад. Поэтому в этом смысле это плюс. А у меня все-таки вернемся к «Похороните меня за плинтусом». Такой вопрос. Вот вы написали книжку о своем детстве. Там вы сами утверждали в других интервью, что там что-то выдумка, что-то чистая правда. Ну, в любом случае, когда читатель получает финальный текст, ему кажется, что это все правда, что у вас было самое несчастное детство на планете, что вас затерроризировала бабушка, ну и так далее. Там было много чудовищных совершенно сцен, на мой взгляд. Я вас жалела до слез. Просто. И у вас нет ощущения, что вот вся страна просто обсуждает ваше детство? А тем более, когда еще вышел фильм, ну так вообще... Я так скажу, пусть обсуждает, потому что я вот не хочу в книге копаться, где тут правда, а вот это неправда, а вот это неправда, а вот это правда. Угу. Потому что пусть читатель воспринимает это как цельную законченную историю, в которую он погружается, а дальше правда это была неправда. Понимаете, вот когда, например, там, скажем, ну... «Униженный и оскорбленный» Достоевского, например, да, один из моих любимых романов. Ну, ведь он теоретически тоже же, это могла бы быть правда, да, почему бы, или там, не знаю, ну, «Преступление и наказание». Ну, а мало ли, может быть, Достоевский старушку грохнул и описал про это, понимаете? Вы же, когда читаете эту историю, вы в нее погружаетесь, вы не задаетесь вопросом, а правда это или неправда. Ну, для вас это правда. Если история написана правдиво, вы погружаетесь, и вы воспринимаете это 100%, погружаясь в эту историю. Ну, а сейчас, одну секунду. Да. Представьте себе, да, что Достоевский бы взял, написал «Преступление и наказание» от первого лица, и тогда в то время было бы телевидение. Ну и все бы обсуждали, Федор Михайлович, скажите, это правда, что ли? Какая разница? Для вас, конечно, правда. Вы читаете историю, вы погружаетесь в нее, это правда. И «Мастер и Маргарита» правда. А ваши родственники, участники всех тех самых событий, мама, вот, как они на это? Нет, ну мама и Ролан никогда не обижались, они меня как раз поддержали в написании этой книжки. А что касается бабушки с дедушкой, ну, так они ее просто не читали. Потому что она и писалась, она была написана, закончила в то время, когда, в общем, там, бабушка уже ушла. А вы не боитесь за эстонский перевод, что он окажется, например, безобразным, неграмотным? Вы знаете, я здесь не могу ничего контролировать. Я могу совершенно точно ручаться за английский перевод, поскольку я его с лупой сам проверял, я знаю английский. И очень хороший переводчик был, который переводили «Золотого теленка». Вот, с очень хорошим юмором. Я очень долго отказывался, там, по-моему, было штук 6 начинали людей переводить. И, наконец, вот английский перевод мне очень понравился, он 100% передает стиль, дух книги. И в этом переводе я сам нашел около 30 ошибок, когда искал. Конечно, я, к сожалению, не могу все другие переводы проверять. Я знаю, что, например, ну, как вот иллюстрация, да, есть итальянский перевод, и у меня товарищ живет в Италии, он купил книжку и читал. И он сразу нашел, там, например, фраза есть, когда бабушка говорит, одни эгоисты там кругом живут, и дедушка говорит, да, Нина, не то слово. Ну и не то слово в значении, ну и, конечно, я полностью с тобой согласен, а они перевели, это не то слово. Вот, понимаете? И, значит, то есть дословно. И, конечно же, ну, наверное, будут какие-то неточности, но что я могу сделать? Я же не могу выучить эстонский язык, чтобы проверить перевод книги. Вы так скромно сказали, я знаю английский, это ведь тоже одна из вех вашей биографии. Вы в 90-е годы переводили западные фильмы подпольно. Ну, вы знаете, нет. Как раз наша компания, на которой я работал, она называлась сначала «Студия 1», потом она называлась «Вест Видео». Как раз это была первая компания, которая стала работать легально.
И начинал я еще, это были так называемые пиратские кассеты, да, где-то с 95-го года я начал, и года два, наверное, это еще было такое вот... Прищепку не надевали, ну, надо? Слушайте, ну это миф, который, ну, невозможно. Значит, переводчик Леонид Володарский, у него нет никакой прищепки никогда. У него просто такой голос. Он действительно так разговаривает, потому что, ну, там, я не знаю, с носоглоткой что-то или что-то. Он в жизни так действительно разговаривает. Если бы он сейчас у вас тут сидел, то это был бы тот же самый голос, который знала вся страна. Слушайте, я очень скучаю по тем временам, несмотря на то, что сейчас шикарный дубляж делают, озвучка с профессиональными актерами, но я скучаю вот по тем ВХСным временам, когда на видеокассетах были вот эти вот переводы с одним голосом. Ну, одним равнодушным мужским голосом. Это, я думаю, вот ностальгический такой момент, потому что, знаете, это же было время, да, когда открылось вот это окно в совершенно новый мир, когда пошли эти фильмы, которых мы раньше не видели, и эти переводчики пришли, принесли это в наш дом. И от их работы зависело очень много, насколько вам фильм понравится. И когда, вот, например, был замечательный переводчик Михалев, вот, и его комедии, которые он переводил, стали пользоваться большим успехом, во многом благодаря переводу. Потому что люди передавали друг другу кассеты и говорили: слушай, комедия классная, а перевод вообще ураган. Это было важно. Вот. Поэтому, конечно, это была интересная тоже веха. Я напоследок такой вопрос вам задам. Вот в 2004 году вы сняли литовский фильм «Каунасский блюз» с Донатасом Банионисом в главной роли. А что-нибудь с эстонскими кинематографистами такого вот замутить не хотели бы? У нас ландшафты такие же красивые, как в Литве. Даже красивые, у нас горы есть. Да, точно. Сейчас продадим мы вам. Все может быть, почему нет? Предложение просто не поступало. Нет, тогда сложилась эта история, потому что у меня вот возникла идея такой короткометражки, и она была вот вся написана под некий маленький европейский город. Вот именно маленький и именно европейский, это было важно. Вот. А поскольку я был в Каунасе, как раз ездил в гости встречаться вот к тому самому другу, о котором я упомянул, который сейчас живет в Италии. Он музыкант, он руководил Каунасским камерным оркестром Каунасским. Вот. И я несколько раз бывал в Каунасе, и он у меня как-то сразу в голове нарисовался. А потом я подумал, так в Каунасе же есть замечательный Банионис. Если бы он согласился, тогда, подумал я, это имело бы смысл делать. Эх, не в том городе вы оказались. А в Таллине есть, например, замечательный Лембе Тульсак. Все могло бы быть у нас. Таллинский блюз. Но пока в Таллине проходит фестиваль, литературный фестиваль «Хеатриот», на котором выступят 20, почти 25 зарубежных иностранных писателей, в том числе и Павел Санаев, и почти 50 местных. Программа обширная. Павел, у вас завтра, по-моему, в 5 часов вечера. Беседа со зрителями. 17:00 в Доме писателей. Кстати, вход на все мероприятия фестиваля «Хеатриот», он бесплатный, так что добро пожаловать. Да. Павел, спасибо, что пришли. Спасибо. А я еще, кстати, отрекламирую. Вот для тех, кто будет, может быть, покупать там эстонский перевод, я уже упомянул про английский, вот он есть на Амазоне. Я рекомендую всем, почему? Потому что это очень здорово для изучения языка. Потому что, знаете, книга, ну, она легкая достаточно, там, юморная. И вот как такое настольное чтение иметь, скажем, эстонский, английский, русский и просто очень активный словарный запас получится. Это точно. Спасибо, Павел.